Стадион «Спартак» долгие годы верой и правдой служил нашему городу. На нем проводились всевозможные турниры, тут занимались школьники, студенты, футбольные команды, когда-то высшей лиги, а после дублирующие коллективы, юношеские команды футбольного клуба «Славия Мозырь» играли здесь. Кстати, на ваших экранах как раз-таки матч «Славия Мозырь» 2017 года, юношеская команда нашего ведущего клуба. Время идет, требования к спортивным аренам становятся все выше, и пришел час для реконструкции «Спартака», дабы и дальше здесь продолжалась бурная спортивная жизнь. Стадион еще в 40-х годах. Здесь проводились мероприятия. Потом в 60-х годах он модернизировался. Ну, на данный момент он просто морально, физически устарел. Все, было принято решение попытаться вдохнуть в него новые, как говорится, силы и новые веяния современности. Любопытно, как и когда родилась идея реконструкции стадиона «Спартак», кто является ее инициатором и за счет каких средств, источников финансирования происходит обновление старейшей спортивной арены «Мозыря». Идея эта была как бы в футбольных кругах. Она, кстати, была долго спорная, потому что еще одно место было для этого стадиона. Но мы, в принципе, приняли решение, чтобы не потерять вот этот стадион «Спартак». И было принято решение райисполкомом произвести здесь модернизацию. Сначала футбольного поля, а затем уже и всей инфраструктуры. Ну, главный человек, который, как говорится, наш бог, это на данный момент Виталий Петрович Павлов. Финансирование НПЗ, его, как говорится, желание, участие, ну и остальные службы, райисполком, Полесьепроект, наш Мозырский УКС, Мозырпромстрой, это, в принципе, те организации, которые влаживают сердце, душу в данные работы. Добавим, что основу под футбольное поле делал Мозырпромстрой, а укладывает искусственное покрытие на футбольное поле минская фирма «Гровик», которая хорошо известна в футбольных кругах, и уже сейчас можно говорить о том, что такого искусственного футбольного поля столица Полесья не видела никогда. Впрочем, не только футбольное поле будет украшать стадион «Спартак» после реконструкции. На данный момент это футбольное поле. В этом году хотят еще сделать асфальтирование и наверх положить тартановое покрытие для легкоатлетических соревнований. И здесь еще сделали водопровод. И вот это, на этом, в принципе, в этом году как бы и закончится. Поле должно улежаться 2 месяца. На следующий год хотят сделать нижнюю площадку 70/50 для тренировок. Модернизировать трибуны. Накрыть их козырьком, здание административное с раздевалками, санузлами и входную арку. Стадион «Спартак» – это вотчина с дюшор номер 1 и символично, что директор этой спортивной школы – человек футбольный. Сам когда-то игравший на «Спартаке» и нет сомнений, что новое футбольное поле. Сам стадион будет выглядеть в лучшем виде весной 2019 года, когда футболисты смогут опробовать чудесный, искусственный изумрудный газон. На данный момент поле будет принадлежать дюшор номер 1. Поле последнего поколения очень хорошее. По словам специалистов, которые ложат, они однозначно говорят, что очень хорошее поле. Во-вторых, даже крошка немецкая. Это большая редкость. Обычно русская или белорусские какие-то варианты. Я думаю, что одно из лучших в Беларуси поле. Ну что же, будем ждать окончания реконструкции, и тогда уже на одном из лучших футбольных полей в республике будут играть лучшие команды. И в их число, несомненно, попадут наши земляки, те же юные таланты из футбольного клуба «Славия Мозырь», ребятишки, да и все те, кто любит футбол, кому не безразличен спорт, физическая культура и здоровый образ жизни.